Дубовская застава, улица Муромская. Заливаем сегодня притон. Здесь вот у нас пленка. Сверху завязали арматуру. Арматура у нас десятка, ячея 40 на 40. Бетон, толщина будет заливаться где-то 15-16 сантиметров. Мелкая фракция 5,20, чтобы его можно было растянуть. На крупном здесь невозможно будет растянуть. Марка бетона 200. Внизу под пленкой верхний слой у нас получается песок. Это выравнивающий. И ниже глина. Все это затрамбовывалось. Вот здесь еще один у нас цоколь. Как раз сейчас мы трамбуем грунт. Специально вот такая вибропятка. Она пробивает где-то сантиметров, наверное, 20-30. И сверху песком все это будем уже выравнивать. Вот этот цоколь будем заливать в понедельник. Через два дня. Цоколя на домах мы делаем 80 километров, то есть не низенькие, когда люди там делают 40-50 сантиметров, я это вообще не понимаю. И все перегородки, которые у нас внутри, стены, которые внутренние, они будут стоять у нас на фундаменте. Многие экономят, сделают там одну-две несущие. У нас несущие будут все.